Аюбай Шигиров – великий учитель, талантливый человек. Он является одним из основателей школы в селе Кызылсая. Всю свою жизнь он посвятил преподавательской деятельности. Работал не только в родной школе, но и в близлежащих населенных пунктах. 18 лет он посвятил работе заучем. 3 года возглавил сельский совет. Аюбай Шигиров воспитал множество достойных учеников. Его можно назвать королем логики и математики. В музейный уголок мы поместили около 40 экспонатов великого учителя. Среди них грамоты, медали и творческие работы. Сыне Кубжасарова, Умсымдык Наурызбаева, Павел Соловьев, Кокши Акпарат.